В связи с подачей в отставку Сергея Морозова временно исполняющим обязанности губернатора был назначен Алексей Русских. На какие проблемные места стоит обратить внимание в первую очередь, по мнению ульяновцев, сейчас узнаем. Гордость Ульяновска — улица Гончарова. Обратить внимание, в каком она состоянии. Особенно в районе третьей школы, и там эти цеха, и кафе закрывается, все, знаете, безобразие. Центральная улица, она должна образцом быть. Вот это то, что нам хочется, вот, пенсионерам. Ну, а молодежи хочется, чтобы кафе работали, чтобы работа была, чтобы дети росли, выращивать можно было. Ну, не выращивать, а воспитывать, конечно. Спасибо, все. Мы надеемся, что хуже не будет. Да, хотя бы хуже не вот, будет. Вот, будем, что люди все будут жить счастливо, хорошо. Мечтаем об этом. Подешевле сделать оплату, вот, обучение. Не обучение, а билеты на проезд, вот автобус, да, то есть они вот подорожали, вот, и как-то хотелось пониже. Потому что каждый день студенты ездят, да, кто-то издалека, кто-то из области. Ну, большинство, конечно, из общежития, но я вот, например, из области. Улучшить, наверное, детские площадки, сделать площадку для скейтбордистов, и все. Я, например, сейчас вот порадовалась, что центр города чистый, вот. Радует. Ну, я не знаю, что еще нам нужно. Что исправить нужно. Что исправить нужно. Ну, дальше продолжать, чтобы дороги были, во дворах дороги были, без ям. Вот, чтобы не ремонтировали так на один сезон, а уж по-честному, как раньше. Живем на Облуково, и дворы у нас очень грязные. Вот хотелось бы, чтобы привели дорожки к домам. Асфальт ужасный, на машинах вообще не проедешь. Ну и благоустройство. В центре-то у нас неплохо, а на окраинах не очень. Хотелось бы, чтобы было. Что еще? Ну, о пенсионерах у нас заботятся. У нас это Красный Крест и все эти занятия для пенсионеров по городу много. Это спасибо старому губернатору. Ну и чтоб новый не забывал. Хотели бы зарплат хороших медицинским работникам, врачам. Не только, так сказать, среднему персоналу, участковой службе, узким специалистам, например. Хотелось бы, чтобы хорошие зарплаты были.